Американский университет Центральной Азии уделяет огромное внимание физическому развитию своих студентов. 23 октября стартует студенческая лига АУЦА – полноценный чемпионат по футболу, который продлится 10 недель в совокупности 45 интригующих и захватывающих игр. В Американском университете Центральной Азии есть целый ряд спортивных секций и кружков, которые помогают студентам отвлечься от занятий. На протяжении многих лет АУЦА проводит футбольный турнир под названием «Студенческая лига АУЦА». В этом году в ней примут участие более 10 команд. Главной целью данного турнира является поддержка взаимоотношений среди студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников АУЦА. Я Адыл Думанаев, капитан команды USB. В моей команде есть студенты, также есть аламники, которые уже выпустились из АУЦА. Присутствует профессор также, который играющий футболист. Вот. А в основном, ну, хорошая команда. Моя команда появилась, когда меня даже не было в универе. То есть очень давно. Больше 6 лет. Но помимо своей команды, всегда есть команда, за которую можно болеть. Я думаю, это команда Eagles. Она мне очень нравится. Всегда нравилась, да. Вот. Я желаю им удачи. Ну и всем командам, конечно же. Здрасте, я Ильхом Умарахунов. Представляю команду Fair Play. Это команда аламников, которые закончили с 2004 по 2008 год. Мы чемпионы прошлого сезона розыгрыша АУЦА Супер Лиги. Я не знаю, кто победит. Я знаю, что борьба будет очень жесткая. Будет очень много интриг, страстей, борьбы. Я бы выделил команду Forbes. Очень хорошие ребята, очень сыгранная команда, техничные. Также удивила команда Эльбирс, которая усилилась двумя командами из-за аламников. Ну и, конечно же, став команда и USB. Мне кажется, самое главное – нужен характер, бороться до конца. Как мы знаем, многие команды ведут в первом тайме, потом пускают победу во втором тайме. Более опытные игроки, может, уступают в технике, в скорости, но все же вырывают победу. Самое главное – это получать удовольствие. Я думаю, не у каждого людей, не у каждого студента, выпускника в Бишкеке и в целом Кыргызстане есть такая возможность играть, иметь такой комьюнити, общаться, проводить прекрасное время на выходных. И у нас такой хороший фасилити. Ну, я думаю, самое главное – получать удовольствие, потому что это полезно для спорта, полезно для здоровья заниматься спортом. Ну и в целом общаться со знакомыми людьми. Здравствуйте, меня зовут Иман, я с команды Forbes, я являюсь вратарем этой команды. Да, мы сегодня играем со Спартой, у нас следующий матч после этой игры. Ну, наша командная сплоченность, потому что мы уже играем 4 года вместе, и думаю, это нам поможет сегодня. Удачи всем, чтобы обошлось без травм, чтобы все получали удовольствие и просто наслаждались футболом. На данный момент генеральным партнером турнира является Федерация футбола Кыргызской Республики. Официальными спонсорами являются АУЦА и компания «Фанат KG». Спорт формирует культуру оптимизма и бодрости. Асаль Ульмасова, Самат Дурузбеков. Специально для АУЦА ТВ.